ребята, сегодня мы будем круг превращать в разные предметы. Так, я вот Саше даю такую формочку. Так, Любе такую формочку. Жанне вот такую формочку. Ну-ка, давайте попробуем, что у нас получится. Ну-ка, Саш, ты что рисуешь? Саш, что ты рисуешь? Круг. Жан, ты что рисуешь? Скажи, круг. Круг. Люба, что ты рисуешь? Круг. Давайте нарисуем много кружочков, да? Вот. У меня круг. Это как Саш, будто на что глаза. Похож твой круг? Как будто что? Как глаза. На глазки похоже, да? Так, Любаша, а у тебя на что похоже? И как на фаре. И фары у машины тоже круглые. На глаз тоже похож, да, Жанусь? А у тебя на что похож? А у меня на чего? У меня глаза. А у меня? На что похож? Саш, на что еще может быть круг похож? Что бывает круглым еще? Саш? Мячик бывает круглым. Ребята, давайте мы сейчас сделаем из наших кружочков печенюшки. Да. Смотрите, у меня есть вилочка. Вот, если мы будем ставить так дырочки, получится печенье. Видите? Вот. Интересно? Да? Да. Саш, набери вилочку. Что ты взял? Саш, что у тебя в руках? Вилка, да. Ты будешь рисовать что? Печенье, да? Да, дырочки, правильно, дырочки, да? Вот. Дырочка. Люба, что ты рисуешь? Я буду дырочку. Дырочки, да, и получится вот печенье. Дырочка. Теперь наши круги мы будем превращать в мячики. Давайте попробуем. Да. Я вам сначала покажу, а вы посмотрите, хорошо? Вот так вот мы берем ложечку и вот прикладываем. Смотрите, какой мячик получился. Да, полосочки получились такие. Да, вот такие. Хотите попробовать? Да. Да, бери ложечку. Саш, бери ты ложечку. Жанна, бери ложечку. Ребята, а еще круги можно превратить в чупа-чупсы. Хотите, покажу как? Да. Вот, смотрите, у нас был кружок. А мы к нему прикладываем палочку. Получится чупа-чупс. Здорово? Да. Да, давай, Сашна, тебе палочку. Ну, прикладываем. Вот так. Чупа-чупс. Чупа-чупс получился. Да. На, Любашка, прикладывай к шарику. Вот, получился чупа-чупс, да, Жанусь, давай.